Рейды по продаже некурительных табачных изделий продолжаются в столице. Стражи порядка провели их сразу в нескольких районах главного города страны. О выявленных фактах незаконной продажи на свае расскажет Алихан Сарыкхазыев. Казалось бы, неприметный прилавок с сухофруктами на одном из крупнейших рынков столицы в Байконурском районе. А вот купить у этого продавца удалось нечто большее, чем вкусности к чаю. Сознавая запрет, торговая причина неприятными вещами. Продавца оштрафовали на 25 МРП. Это, к слову, больше 90 тысяч тенге. Товар конфисковали. Сифуллина, 47, торгового дома «Артем». По данному факту составлен административный протокол по статье 196. Данный штраф составляет 25 МРП, то есть 92 тысячи 300 тенге. По данному факту данные товары были изъяты и в последующем переданы акимату города Астана. А вот в магазине неподалеку запрещенных товаров не оказалось. Продавец говорит, об ответственности знает и противозаконной продажей не занимается. Правда, не все столичные предприниматели соблюдают закон. Совместно с департаментом полиции и сотрудником акимата было проведено рейды около 400 объектов малого и среднего бизнеса. Из них 150 объектов было выявлено, что продают некурительные табачные изделия. И за этот период было конфисковано около 4 тонн на свае по всему городу Астана. Напомню, рейды по выявлению незаконной продажи и употребления на свае, а также других некурительных табачных изделий продолжаются с марта. Ранее в столице уже утилизировали 14 тонн некурительных табачных изделий. Алихан Сарыкхазыев, Нуржан Махмутов, Астана Таймс.